каждой группе свой рисунок посуды, предназначенный для одного ребенка, в том числе ложечки с интересным рисунком, ножички, что это тоже очень важно для старшей группы. Для комфортного пребывания воспитанников в православном детском саду созданы все условия. Установлены красивые ящики для одежды, собраны кровати и уже даже разложены игрушки. Учреждение готово принять 175 малышей. Будет 7 групп, из них 3 ясельных. С удовольствием начала программу от 1,5 до 3. Программа очень важная, нужная. И думаю, что будет интересно, если мы откроем такой курс, как присмотр за детьми определенное время. Предполагается присмотр за детьми даже в выходные дни. Также в планах и изучение иностранных языков. Сначала православный детский сад появился в Иксе, потом в Арзамасе, Дзержинске, на Бару, а теперь открывается в Нижнем Новгороде. Образовательная деятельность будет здесь осуществляться в соответствии с федеральным стандартом, но для воспитанников разработана дополнительная программа. Эта разработка Нижегородской епархии называется «Тропинкою добра». По ней дети от 3 лет и старше будут знакомиться с основами православной культуры. Занятия по часу в день. Это, конечно, знакомство с церковным кругом праздников. Прежде всего, это двундесятые торжества. Рождество, Крещение, Троица, другие православные праздники. Это знакомство с традиционными семейными традициями православной культуры. Сейчас на территории доделываются все работы. Торжественное открытие запланировано на 14 августа. Православный детский сад – подарок нижегородцам к 800-летию Нижнего Новгорода. Дарья Кульбакина и Валерий Шакуров. Время новостей.